Итак, тут Warzone вышел новый сезон, есть новая карта, это не рекламный выпуск, мы просто с друзьями иногда вечерком играем. Так что мы тут вечерком немножко погоняли, предупреждая сразу, мы любители, мы не профессионалы этой игры, безусловно. И просто немножечко повеселились, получили один топ-1, в принципе это неплохо. Я это, естественно, попутно записывал, чтобы просто так не тратить время. Так что вот такой вот выпуск получился. Он прям даже смотрится по-другому, вообще все другое. Блин, вот ну, Саня, вот как мы любим с тобой, они все это переработали. Все мелочи, все учли, посмотри. И все. Опять можно разглядывать грудь текстурки. Да, я так это сижу и делаю, ты что-то не понял. Я сижу тут текстурки гляжу. Так непривычно, вообще кошмар, так кайфово. И вроде ничего не сделали, но настолько все изменилось, прям вообще трындец. Пойдемте башню рассматривать. Машина по типу Волги. Под магазином. Ой! Ай! На мне! Ой, как они были! Почему вы сюда, сука? Один без брони. Прям вообще. Ой! Гады. Только там не спрыгивайте к ним особо. Просто сверху. А где вы? Наверху? Нет. Он здесь, в башне. Я думал, вы проверили башню, я прям без задней мысли вообще. Ах ты, падла. Не дали мне забрать. Блин, я под дронов. Ай, сбоку зашел, серьезно, а? Еще один там же. Короче, будет. На моем трупе двое. Моя, ну молодец. Эрон там дальше, да-да-да, вот еще. Красава. Кто? Молодец. Его убили. Хорош, Сань. Угу. Там, типа. Золотая в ангаре, может, найдешь тебе. А где типы? Я вижу, падает. Там двое. Не могу. Эрон, ты в открытом месте. Давай с ним боюсь с ними. Одного ранил. Добрый. Да как ладно. Же так я делаю? Эрон, убей, я себя понизил. Я себя понизил очень сильно, это самый сенсу. Нужно повыше сделать. На контракт. На контракт под нами вот прям. Они... Двое под нами. Он спрыгнул, что ли, да? Он или внутри. Что? Ой, как калаш, ой! Так. Тяжелая. Тяжелая у тебя, Нацу, где-то там с тяжелым, ты добила? Там он здесь был, ты его добил. А, кто встал? Хорошо. Я встал, да. Я думал, враг. Патронов нет, переложусь. У меня враг где-то. Что, где-то? У нас враг где-то, да. У нас заходит. Блин, ребят, снизу на первом. Со спины. Сань, наверху слева тебя. Понял. Красава. Саш, что? Тебя. Опасность красная. У вас. У тебя. Уже оранжевая. Ну да. А что, вообще на первом? Вертолет летит. На первом не было. Ребят, вертолет к нам приземлился. Я нокнул. Поднимай, сейчас будет.
Там трое, один ног, ну, один вообще покоцанный. Где? Трое тоже шли. На верху сейчас. Вот здесь. Два без синей брони. У меня. Дангар, я снял с него синюю броню, дал еще раз. Он ушел. Там не понимаю, куда. Мешка большая. Другое здание ушло. На мне. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин. Он один должен быть, либо двое, не знаю. Одного убил. Дима, ты где? Я убил того чувака, которого он сразу сдох. У нас 4 килла. А, он сразу сдох? Все, 4 килла, да? Все, отлично. А где так. Магазин? Тркните. Или что там, ГУЛАГ? Здесь уже нет ГУЛАГ. У вас есть вертолет и, в принципе, вот. Все, ладно, сейчас... магазин. Вон, у меня 15 тысяч. Я поднял с тебя. А, хорошо. Так, есть у нас где-то рядом прям? Ну вот здесь вот 200 метров, ну вот. Не, давай это там. Это самое близкое. Где? Давай. Блин. Слева стреляют. Давай, 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 давай. Скинь оставку эти деньги. Скинул. Поднялся? Ты поднялся, нет? Да. Просто больно, да, развлекающий. Еще один спрыгнул вниз. Да, один спрыгнул, второй. Втором броню. Дай метку, где второй. Я у ног. Он за контейнерами оранжевыми. Тебя, может, было за здание не видно. Вроде не наш. Убил. Есть, отлично. Мы с тобой одновременно, я ему в спину снял синюю, ты его добил. Ага. О, кто-то работает. Понял, да? Сбоку где-то. Блин, меня нокнули. Ой, откуда я? Сверху метки где-то, по-моему. Иди, Сереж. Убил. Я убил, который тебя. Прятался. Когда возьмешь лодаут. Не понял. Да, двое. Я не ожидал двоих. Спрыгивай. Трое, их трое, там их трое. Зданием. Саша выкупать? Да, я сейчас в ГУЛАГе. Сейчас, ребят. Может, даже повезет, не знаю. Всякое бывает. Нет, не агрессивный. Да, живой. Живой? Отлично. Идем в центр зоны. Где успел раздобыть цикл? Это ты выстрелил? Да, это я выстрелил, сейчас меня выстрелили. Блин, двое. Догнали. Да ёж налево. Ай, надо было встречать их. Да, со звуком они тоже что-то сделали непонятно. Шаги, причем они не прибавили. Громкость шагов так и не слышно. То есть это то, на что все бомбили. Почему, непонятно. Ну, потому что будут преимущества те игроки, у кого хорошая гарнитура. И что? А это консольная игра, на ней играют с динамикой чаще. Ну, нет, у этих, как, будет. У консольщиков тоже есть эти, как они... Не, ну, все равно есть, но у большинства... Наушники беспроводные. Телеку подрубают и филят. Я просто хотел себе даже купить. Этих наушники, значит, посмотрел на ценник, что-то какое-то. Говно, на самом деле. Ну да, вот такую фигню за сколько, 9000 покупать, что-то совсем не айс. Если бы они хотя бы качественные были. Так, там у Эрона кто-то? Не, на крышу чел поднялся. В смысле? Да? Ага. Нет, не убил. А почему? Он мне два раза стрельнул и убежал. Испугался, да? Вдруг тебя убью. Ты зелененький, да? Да, ты зелененький. Мы можем вдвоем зайти. Ран здесь? Ну, видишь, дверь открыта. Ну, все, заходи. Где он, я не знаю. Я первый этаж чекаю. Нет, деньги на месте. Он не открыл, кстати. Да, слышу слева. Одного убил.
Найс. Подгузник. Сверху, снаружи. Возьми удар. Минус броня. Ой! Нормуль. Фуф. У меня просто патроны закончились, сори, ребята. У меня 75 патронов, но просто они кончаются. Это труп. Саш, ты один. Саня, ты... Да вот он здесь у меня без брони. У меня еще один на крыше. Или где-то рядом. Да, спрыгивает. Молодцом. Должен быть еще, значит, вайпа нет. Да, он не сразу умер. На крыше. Без брони. Пополз к ним. Опа. Как? Он меня снизу. Видели? Убили его, нет? Вот здесь. Благодарю. Вроде бы да. Help. Please somebody help. Впереди ПВХ просто топ. В первую очередь скачать надо. Он сбривает просто неимоверно. Привет, пушка. Кто сбривает? ППШ. А. Угу. А Рекрен сказал, что ППШ какашка. Он даже не сбривает. Сейчас Рекрен, подари видос, который выпустит такое новое мета. ППШ, да. Ага, да. Есть Рену. Да. Где кто-то в упоре. Что-то хорошее в упоре. Вот там. Минус синяя броня. У меня! Не в упоре, рядом. Не в упоре. Спрятался за вот этой вот херью. Нокнул, он успел выпить. Ты его убил? Добил? Нет. Тяжелая. А нет, он умер. Убийство подтверждено. В смысле? Нет. Я смотрю, ты труп не шевелится ничего. У вас доктор так сидит. Так, саморем купите бесплатный. Хочу все-таки выпуск наконец-то сделать. Так, там чуваки у нас двое. Где? Передо мной. А, понял, вы не рядом, я жду. Да, не спеши, следи. Если честно. Да не, я тоже слышал сегодня на стриме, или когда это? Нет, подожди, вчера было, да, Дим? Тебя трое. Сейчас тут. Внизу. Если что, они внизу. Один наверху, сейчас попробуем на спину выйти. У меня. На зелен, ой, на метке. На фиолетовой. На отцом, иди сюда. Он там, короче, в боксе сидит, на втором этаже, как бы. Возможно, уже ушел. Один в подвале, один из зеленой метки. Сейчас чекну. Еще примерно там сидит. Я команду себя сверху бил. Что? На крыше, что ли? Да. Вижу. Добил. Еще с горы стреляю. С зеленой. Где? Это зеленые метки. Ой-ой-ой-ой. Короче, мне ни хрена не дали, я полагаю. Да это ты вылетел. Снял синюю броню ему. Я расстроился, убежал. А, понятно, на зеленой метке снял синюю броню, он куда-то убежал. В нашу сторону. Ребята, у нас ой. Магаз под боком. Саморему можем купить. А вот эти снова. Я пойду броню возьму. Я сейчас с патронами возьму на всякий. Видишь, да? На этом. Тяжелая на горе. У меня на крыше чуваки поднялись и прилетели. Вот здесь. Ваше соседнее здание. Я понял. Вон летит. Минус броня у него. Блин.
Да, смотри, на крышку зима сначала. Молик и ДРЦ. Одного добил, стоп, где-то еще кто-то. Бежит один. Там это был. Ай, черт, еще один. Еще бежал. Да, да, да. Ах, везунчик драный. А, я могу прыгнуть на крышу надо, да? Да, да, да. А, спасибо. Ну просто здесь мой шмот. О, рядом. Пискарки возьми себе. Че у них там? Две пачки с двух сторон. Три точки. Черт, патроны. На мне один. Первый эпитеатр. Да ё-моё, ох! Мы живы, чё? По-любому где-то на этом доме. Да, я его видел, два раза ему дал. Ща и патрончики. Да будут у нас по крышке кто-то бегать. Вполне возможно. Я тут не прыгаю. Вижу. 300. Короче, я смотрю на... Так, подними, пожалуйста. Давай, отползай. Ну, резюмирую. В соседнем ангаре, там чел. Последний сквад. Да. Трое осталось. У меня топает. Вот здесь где-то топает. Давайте я последнюю очередь вижу. Дай, нафиговал. Убили. Давайте, идите. Где? Где? Нет, еще у меня один. Вот. Хорошо. Е-ей. Отлично. Кто там в нас не верил, а? Изи топ один, просто. Ну, на самом деле, зарешал ПДШ. ПДШ прям хорош. Тоже заметил такой. Красавчик. Тридцать 5 килов на команду. Сколько? 35. Нормально. Молодцы. Ага. Молодцы.